Теннис первого раунда. Красного ринга выходят спортсмены 37 из Якутской области и города Каракол. Дюшибаев Нукджигит, мастер спорта, провел 63 боя, из них 57 побед. Победитель международного турнира имени Шлопахова 2022 года тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской Республики Бейшина Сабатарова и Адилета Сабатарова. К данным соревнованиям также подготовили заслуженные тренера Кыргызской Республики Бейшин Сабатаров и Адилет Сабатаров.
Седьмого ряда отыграет спортсмен, представитель Иссык-Кульской области, город Карабол, Максимов Халыс, кандидат в мастера спорта, провел 43 боя, из них 34 победы. Боксом занимается 5 лет, является победителем Иссык-Кульской области. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Ещина Сабатарова и атлета Сабатарова. К данным соревнованиям также подготовились заслуженный тренер Кыргызской республики Ещина Сабатаров и атлет Сабатаров. Конец третьего раунда.